Стройплощадка. О, это стелс, смотри. Хочешь, покажу стелс? Забыл свое место. Погоди, я чуть прокачаю. Давай, давай, я тебе покажу стелс. С вами пойдет мой парень, Дольфа. Если что, он вам поможет. Мы найдем Луиджи. Не сомневаюсь в тебе. Скажешь, как будешь готов, там какой-то чувак подходит к ним. Значит, прокачек не работает, не знаю. Я даже ничего сделать не успел. Наверное, ты их спугнул. Погоди, я хочу казнь попробовать. Бля, это не то. Ой-ой-ой-ой-ой, я перестарался, я не хочу казнь. Нет. Нет. Я лучше прокачаю что-нибудь. Если могу. Игроки, стоящие рядом со мной, наносят больше урона в ближнем бою. Скажи честно, ты пользуешься ближним боем? Ну ясно, я тогда не буду это качать. Минус один навык уже. А, так он очередью стреляет. Предки. Серьезно? Помогите! А, тут так все просто. Вот это камера. Ну ладно, ну в принципе первая смерть, ничего страшного. Давай, гонщи. Ты нам еще нужен. Давай, гонщи. Гонщи. Ну ладно, в принципе, можно пережить, что он очереди стреляет. Ладно, я больше умирать не буду. Все, мы все это делаем без смертей. У нас с боссами без смертей не выйдет. А, ну смерти-то не было, это блидаут был. Тут не считается. Это что такое? Ой. Я трансформатор зачем-то уничтожил. Он был подсвечен. Они меня заставили. Так, ладно. Вон они. Прикольный чувак. А такие же чуваки в это в сингле или нет? Да. А, и так же выбирать надо? Выбирать что? Ну, персонажи-то. Нет, там один, там другой. А, не, вот я тебя спрашиваю, там те же самые. Там у него вот эти тентакли для рядышка. А, не, ну да-да-да, я это видел. Ну там у него покруче боёк прям. Да мне и это нормально подходит. Так, погоди, зачем мы сюда вообще пришли? Нам надо искать кого-то Луиджи. Зачем ты портишь городское имущество? Потому что под светом регена нет, и все чернобелым становится. А, да, точно. Подсказочка же была. А в сингле это тоже? Тоже на это все влияет? Это главному герою такая способность досталась от бати. А, от бати? А бати его где? Сдох. А. Сам знаешь, кому отсюда. Да. Подписчики не поймут. Они уже вряд ли знают, кто такой копи-бой. Есть такой Сергей Дмитриев. Из Шалафутина, вот у него батя сдох, если вы не знаете. А почему мы эти не можем уничтожить? А, нет, трансформаторов, потому что я тут все понял. Все это можно уничтожить. Блин, травы это бесполезно вообще. Энд оф хэд целится прям 100%. Так, куда-то. Ага. Бляха. Чего? Это я пернула? Я не знаю, вполне возможно.
А, да, для тех, кто не знает, мафию первую вернули в Steam. Да ладно, до этого... И я думаю, до этого момента никто не досмотрит, но все-таки. О, кобра. Никто не купит первую мафию. Так я возьму вот еще. Когда-нибудь. Ну, 75% я возьму. Ну вот. А я подожду купона на 90, если я выпадет. А с чего ты взял, что у меня купоны будет? Там только типа вылезло. Фиг его знает. Прислал. Я вам помогу. Следуй за мной. Давай, ниндзя, веди. Есть у меня одна такая тема. Я тысячу лет собираюсь это сделать, но босс меня вообще на дело не выпускал. Давай сдохни уже. Вот теперь я ему покажу, чего стою. Он не сдохнет, Поля. От тебя есть польза. Ага, ты это боссу скажи. Он тебя послушает. Ура. А, ну, в принципе, неплохо. Ай. Блин, вот тут еще аймбот такой во время прицеливания. Я ранен. В смысле, у кого у них? Прям в смысле, в игре. Прям нажми, оно в центре. Да-да-да-да-да. Не знаю, я как-то привык уже. Чуть-чуть вверх, и все, да, отлично. Да, жалко, конечно, миссии короткие. Я думал, тут немного по-другому все будет. Вообще все по-другому. Да ладно. Ой-ой-ой, что-то я переборщил. А, вот что за способность у него, это Рой. Мне что-то вошло. В смысле, ты упал? Да. А, бля, пиздец. Я не ожидал немного. Прекрати умирать! Сразу. Вот это меня отлаяли сейчас в Dolby Digital 5.1. Прекрати умирать! Озвучка тут дигма. Ну, а, так можно включить английскую настройку. Кончим неведомо боль. Пацан такой. Пацан. На, блин. На. Тут, наверное, АИМ еще от уровня сложности зависит. Наверное. Ну. Ладно, все, я понял, я умирать больше не буду. Сейчас начнем нападение. Поехали. Рой, давай. Выше облаков, плюс 20. Интересно, что это значит. И что ты с этим мечом делать собрался? Вау, 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 вау. Кажется, я опять чуть-чуть переборщил. Погоди, мне похилиться надо. Оставь мне чуть-чуть. Уже конец миссии. Да? Мой меч голоден. Вау. Убей его! А, я с того входа. А, или это не важно уже. А, ну да, конечно. Ну ладно, тогда меч. Ля-ля-ля-ля. Казнить! Давай! И чё это за казнь? Дай мне казнить кого-нибудь еще. Я хочу посмотреть. Блин. Не то. Погоди. Во! Я, короче, понял, когда вот эта часть наступает, надо фармить очки казни. Что удалось выбить из Луиджи? Он ничего не знал. Теперь он в мире ином. А мы нашли еще один артефакт. Ладно, возвращаемся в особняк. Может, Джонни объяснит, что за хрень вы мне принесли. Задание выполнено. Джонни, сэр.
Почему не синс? Я чувствую, как растут волосы. Странно. Так, что это у нас? Это кто справа? Ага. В общем, ваш новый артефакт подтверждает то, чего я так боялся. И почему я всегда прав? Слева узнаешь? Я идиот, как вы и все? Тот, кто слева, и тот, кто посередине. Артефакты и печати связаны. Ну, посередине какой-то стукач, судя по всему. Это вроде как самое. Вообще-то, по-нормальному надо было сингл проходить, а потом кого. Да ладно! И это плохие новости. Ну, Витька сейчас кого там найти. Все совсем хреново. Надо будет порадовать Джеки, когда он из борделя вернется. С помощью этих артефактов ищут оружие, способное убить носителей тьмы. Оружие, которое нашло братство, обозначено знаком на бумаге. Вот что они нашли, но я не знаю, что это. Что бы там ни было, это плохо. Нам надо... Да что такое? Не отвлекайся. Ищи, какое оружие откопали эти ублюдки. Свифти с Луиджи мелкая рыбешка, но они работали на Седра. Дуйте на Бродсайд, выясните, что знает этот хмырь. Угу. А это, кстати, в одного можно проходить? Кроме одной миссии. А, ну тогда говно. У меня одной ачивки нету. Чего? Поэтому у меня последние ачивки в игре нет. Одной единственной? Ну что там, Сэдра? Так сейчас появится. Надо скорее понять, какое оружие нашло братство. Ой, какое-то говно. М1911. Мы найдем тебе ответы. А мой меч. А казнь можно сделать? Бля. Братства. Не любишь братства? И это ты. Дай казнь сделаю. Ну-ка. Я пока дальше про этот символ поищу. Казнить. Если меня не пристрелят. Сука, зачем я в это ввязался? Сука. Не, казнь не, на чуваках проводить с оружием, это вообще не то. Зря я это затеял. Мне, кстати, показалось ли, с каждой миссией у них хп все больше и больше становится? Сейчас у них броня. А, ага. Вот это переговоры. Заплатит за все свои грехи. Ну ладно, тогда потом Darkness сингл буду проходить. Наверное, завтра. Как с Фаренгейтом за один заход сяду, пройду. Раз он не такой длинный. Короче, я наверх пошел. Погоди, там в начале левела прокачка, да, была? Ой, да тут она такая нужная. Должен мне жизнь! Не, ну что-то я должен был взять все равно. У меня только один навык. Самый первый, самый стандартный. А, кстати, вот почему у меня хп, походу, не регенилось тогда, когда я на один хит был. Я, похоже, да, под светом был. Так, куда нам? Ага. И чё, драться хочешь? Кто-то? Да, вот это стелс. Кто там? Бля, вот эта озвучка, я, блядь, ору с неё. Я под тяжелым огнем. У тебя русская тоже? Я ранен. Бля. Ну погоди, погоди, все ты не забирай. Это же командная игра. Меня ничто не остановит. Мне не опыт нужен, мне чисто хп восстанавливать. Думаешь, мне опыт нужен, я пройду вот этот в топе и удалю опять игру. Боже. Не, ну это понятно. Все исчезло. А, сложно, не знаешь, куда идти. Сюда. Да. Я ничего не знаю. Не убивайте, не убивайте. У меня дети, дети много. Яха, свет. Прошу вас. Ты заслужил свою судьбу.
Теперь расскажи все, что тебе известно о братстве. Надо на машине это погасить. Я обещаю, что твоя смерть будет быстрой. Погоди-ка. А как на машине-то погасить? Ну, не везде можно, там где. Ну, не везде, так не везде. Все. Только не это. А иди ты! Да идите вы все! На той неделе я верил только в гребаного Санта-Клауса! И то с трудом! А тут набежали монахи, маги, мафиози-демоны! А теперь еще и вы, идиоты! Я задолбался жить! Он как бой напоминает. Все! Теперь делайте, что хотите! Я так больше не могу! Давно пора. Убить его. Нет. Кусанаги получит свое. Люди! Бля, я вот этого не ожидал. Я думал, он быстро завалится на самом деле. Эти 10 тысяч не убьют себя сами. Женщина спасла гончую. Ну ща я Рой на него натравлю. Где он там? Странно, кстати, я в него до этого стрелял. Но ему как-то похер на это было. Да иди ты. А, теперь я понял, почему эти огни нельзя погасить. Он справа, куда я смотрю. А, так тут на бэкспейс нажимаешь, и она указывает мне. Вы пожалеете, что со мной связались. Капец у него АИМ. Он просто на секунду выглядывает, и все, сразу конец. Кончим неведомо бой. Бля, откуда у него хп столько, серьезно? Я так понимаю, на последней сложности это вообще беспредел. Я на последней проходил это в соло. Там, где два босса. А. Такие. Там помещение 2,5 комнаты. Почему ты именно в эту сторону пошел? Честно, я на него еще раз рой направлю. Гаси его. Бля, так я ж могу... О! Все. Братство получит тьму. Копье судьбы уничтожит носителя. Еще не сдох. Мы умоемся кровью невинных. Погоди-ка. Его душу захватило братство. Мы должны найти копье судьбы. Ходи. Иди сюда. Что это? Отсюда течет темная энергия. Надо ехать в телестудию. Там что-то не так. Мне оружие нужно. А, вовремя. Ну, нормально, достижение трус. Ух, наконец-то тут тихо. Я расшифровал этот символ. В общем, ничего нового я вам, друзья, не скажу. Братство нашло копье судьбы. Вот дерьмо! Пули, как мы знаем, Джеки не берут. Ему тут башку прострелили, и он ничего, живой. Лица, правда, нет, но и хрен бы с ним. Но копье судьбы — это копье, пролившее кровь Христа. Оно хранилось у тамплиеров, но лет 200 назад исчезло. Одни говорят, что... Product placement Assassin's Creed и Wolfenstein. Если копье у братства, то у Джеки серьезные проблемы. Он вроде как может помереть с концами, и потечет по улицам кровь невинных. Отправляйтесь на телестудию и попробуйте там что-нибудь найти. Я пока приращу Джеки лицо, а заниматься вами будет Дольфа.
Ну это начинается какой-то сват 4 уже. В каком месте? Да там в одном месте начало такое же. Через студию братство сеет свои лживые да. речи. Что будем покачать? Сожжем ее дотла. Алло, дядя, дайте прокачаться, уроды. Короче, UMP вообще их уже не простреливает. Все, пошли в жопу. Так, ближний бой я тогда не беру, потому что ты не пользуешься им. Так, ага. Понижает уязвимость при ускорении. Понижает уязвимость? Ну, ладно, пускай такое будет. В ауре товарища вы получаете что? Дополнительные... Блять, я не успел прочитать. Чё дополнительное? Это увеличивается. А. Так, так, так. Кто к нам пришел? О, это главный герой. Длинные агнцы на заклане. Где прячутся твои дружки из братства? Отвечай или умрёшь! Вот в этом задании хорошо бы подошла это. Сейчас скажу. Уклонение. Или уж куда она. Давай. На. Казнить. Сосать, мразь. Довольно темные духом терпели муки. Казни его! Выйди и повтори, глядя мне в глаза. Что-то мы, кстати, про свет забывать начали. Потому что тут вырубать его нельзя. Очень неведома боль. Что, кстати, тупо и нереально. А фонарь выстроить не сломаться, не разорваться. Ну ладно, немного хардкора. Чуть-чуть. Мне UMP надо срочно выкидывать. На что-нибудь другое. Да, кстати, этот АИМ в центр напрягать чуть-чуть прям начинает. Я уже не прицелил. Ага. Тут реально стрельба очень неплохая. Я просто перед чуваком только что всех нахуй убили, и он такой... типа, что происходит? Она принадлежит нам, преданным тем, кто постиг тьму. Выходи, давай поболтаем. Мне надо UMP срочно менять, это такое дерьмо. Какой-нибудь, может, пистолет, если будет. У меня дерьмо. Вот, мне тоже что-то другое надо. Потому что он вообще бесполезен, этот UMP. Ничего с ним сделать даже нельзя. Абсолютно ничего. Может, тут что-то лежит, а? Но... Я скучаю по тем пистолетам, которых назвал дерьмом когда-то. Вот если бы, кстати, еще в самом начале давали выбрать оружие, раскладку. Носитель будет уничтожен. Тьма освобождена. Темные же духом вознесутся. Ты не можешь прятаться вечно, трус. Сложите оружие. Сражайтесь вместе с теми, кто понимает вас, кто открыл себя для тьмы. Сложите оружие или умрите. Сегодня ты умрешь. Идеологии вообще крутые. Бей, режь, рви. Убить людей Грега.
МакГрега. Не жирно ли телепортироваться-то еще? Я UMP вообще... Короче, пятая обойма, и он до сих пор не сдох. Нормально, неплохо, ладно. М-ку беру обратно. Ну, хозяин, у меня дробовик, у меня отлично. Не, мне с М-ка-то неплохо, вот UMP только заменить. На, блин. Жесть. Да, нормально. Бодро наоборот. Не знаю, UMP вообще, конечно, редкостное дерьмо с привкусом говна. Проверьте, что там на южном входе. Мне кажется, там что-то не так. Дай порежу кого-нибудь. На. Да блин, все однообразно и одинаково, сука. Ну кого тут на отвали, да, короче. Я так понимаю, на время теперь. Пока он не улетит. Вообще здание на время выиграть тут еще дерьмо, которое придумали. Мне не нравится задание в GTA, где следить надо, вот это вообще скучно. Там наверняка есть какой-нибудь путь, чтобы обойти ее. Да нахрена вы мне меняете М-ку-то? Мне UMP надо поменять. От братства. Типа оружия нету просто. Да ладно, я дробью не попадаю в сам. Неплохо. Куда этот трус подевался? Наверное, я не туда добегу. Не. О-о-о! Я знаю, что с ними делать надо. Не, казнь, в принципе, нормальная штука на нем. Слушай, я там вообще охеренные казни, там несколько штук. На выбор выбирай, как разорвать. Ну вот, а здесь только одна у них. Реально, тут сингл очень охеренный, понял, не знаю. Нет, Кусанаги получит свое. Гляди, мне плохо. О, продолжаем. Бля, нихера не продолжаем. Короче, сейчас я пойду затанкую и убью его. Ну, конечно. Ой, как он, блядь. Да, серьезно? Я вот хочу ему удар нанести, и он меня тупо отталкивает моментально. О, все, наконец-то. Иди отсюда. Сзади! Тебя какой-то прототип пытался убить. Вы опоздали. Ой, как громко. Копье судьбы теперь в наших руках. Носитель будет уничтожен, а тьма наконец станет нашей. Это было слишком громко. Казнь! Ты
Ладно, хоть я бессмертный, пока казнь происходит. Бля, я перестарался. Что? Ранен? Я вообще перестарался. Пока эти чуваки не появились. Бронированные. Ой, я еще и в шлепках, оказывается, хожу. Вот это ниндзя. Слушай. Он за... А, это два. Прикрой мой зад. Нет, нет, не надо. Да, я вообще, конечно, перестарался. Давай на похуй поднимай меня. Вообще на похуй давай. Нет, нет. Я слышу смех. А, так тут можно в одного закончить. Я думал, тут если один умирает, то все. Да вообще плохо. О. А, я тебе поднялся. Тогда я и говорю. Это Left 4 Dead уже какой-то начинается. Готовьтесь пасть ниц перед своим новым властелином. Ну, я этого не хотел. Так получилось. Появились бронированные мужики и меня отделали. О, вот и я появился. Ну и? Подойди к двери прямо. Так нам не сюда надо. Попытайтесь догнать Грейвза. Или мне... Так или... иди сюда, дверь подсвечена. Не, это мне, походу, надо было повторно эти точки пройти. Ну, я подошел, и чё? Во. Бля. Да. А у меня другие фразы тут. Когда, короче, не попадают. Ох уж эти мужчины. Какую-нибудь снайпу было бы неплохо. Я ранен. Я ранен. Нет, все, этим странным мечом я больше не хочу пользоваться. Опять появятся мужики и все испортят. АКМ. Погоди, может тут будет что-то одноручное, не? Не. Но не хера. Слишком поздно. Нас уже не остановишь. А еще прожектор мешать будет. Ну, эй, где враги? Блять. Сука, мои глаза. Эй, мальчик, конфетку хочешь? Алло, блядь, дядя. А, вот кто тут по мне стреляет. Пиздец, вообще регена нет. Блин, не особо такое выживание крутое. Ой. Я ничего не вижу вообще. А только под вертолетом, я так понимаю, может нормально находиться. Кончил неведомо боль. Да серьезно. Я даже в твоей ауре был. Вижу, у меня белый экран. Нет, нет, нет! Да почему так громко, блять? Пробел нажимай, я на скидку. А, ладно. Уже не остановишь. Ну тут где-то должна быть слепая зона. Санаги получит свое.
А, так вот, слышишь, прожектор у вертолета уничтожить можно было. Вот это Свен Кооп. Я ранен. Да ну хорош. Отъебись! Блять! О, голос был чувака из постула. Еще один вертолет или нет? Задрали сзади нападать уже. Кончил неведомо боль. Вот это уже похоже на настоящее выживание. Не, нормальный чувак, все, я понял, как за него рубить надо. Да, под такие крики. Я, слава богу, его озвучку не слышу. Да? Я могу продемонстрировать. Хочешь, продемонстрирую? Только микрофон надо будет подальше убрать. Ну ладно. Ну да. Ага. Думал, я проебал свой маленький карабин. Бля, ну казнь! Нет! No. Блин, их казнить нельзя. Или можно, но хп должно быть слишком мало у них. Походу через броню все-таки нельзя. Он там застрял? А, не. Бля, он, по-моему, застрял там. А, вон он. Ну охренеть, теперь его в пиксели выцеливать надо. Умри. Это было неплохо. Наслаждайтесь жизнью, пока можете. Завтра наступит тьма. Беги. Лети. Прячься. Ты не скроешься от меня. Не скроешься. Нужно добраться до доков и уничтожить копье судьбы. Задание выполнено.